Нехорошее состояние. Специалист рассказал о происходящем с Орбакайте. В последние недели СМИ постоянно рассуждают о ситуации, в которой оказалась Кристина Орбакайте. Исполнительница многочисленных хитов фактически попала в опалу вместе со своей матерью, хоть и не делала никаких скандальных заявлений. Вчера 53-летняя Кристина Эдмондовна впервые за долгое время вышла на связь, решив развеять все слухи и расставить точки над «и». Орбакайте заверила, что с ней все в порядке. При этом артистка призналась, что ей надоела шумиха вокруг ее имени. Специалист по мимике Алексей Филатов пришел к выводу, что дочь Аллы Пугачевой явно лукавит, говоря о том, как в ее жизни все хорошо. Очень показательное видео, фраза о творческих планах и о том, что у нее все зашибись, очень смазано. То, что у Орбакайте не все зашибись, подтверждает очень неуверенная невербалика. Одностороннее пожатие плечом, одностороннее и акцентированное опущение уголка губ вниз, запинка в речи, напряженная жестикуляция. Если это экс Кристины, то можно сказать, что оно нехорошее, рассуждает специалист.